Как он правильно заметил, еще раз заострю ваше внимание на том, что мы сейчас выбираем временное правление, полномочия которого прекратятся с избранием парламента и представленных, и дальше там уже представители избранные будут решать, кто чем будет заниматься, кому они поручат это дело. Переходим к голосованию. Вы уже, в принципе, знаете, как это делается. У всех есть инструменты для голосования. Комиссию, пожалуйста, попрошу занять свои места. Мы голосовать будем сразу всем списком, поэтому я прошу вас поднять мандаты тех, кто за предложенный список временного состава временного правления. Подавляющее большинство. Тогда пойдем от обратного. Спасибо. Опустите. Пожалуйста, проголосуйте те, кто против этого состава. Я не вижу никого, наверное. Кто воздержался? Сейчас счетная комиссия нам скажет результат. Итак, подавляющее большинство «за», «против» «нет», воздержались 4 человека, состав временного правления принят. Я поздравляю вас, мы с вами создали организацию со своим правлением.